Наступает торжественный момент, когда мы приглашаем на сцену солистов, хор и оркестр для исполнения реквиема. Мы с вами будем слушать уникальное сочинение композитора Тиграна Мансуряна. Этот реквием написан к столетию геноцида армян. Реквием для солистов, хора и оркестра. Исполнители, солисты Анна Мурадян, сопрано, и Антон Петряев, баритон. Санкт-Петербургский камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Николай Корнев, хормейстер Владимир Добровольский. Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер Мигран Агаджанян. Реквием исполняется на латинском языке. Просьба не аплодировать между частями. Итак, слушаем реквием. Дирижер Мигран Агаджанян.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.